Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим минтай в молоке. Для блюд нам потребуется 900 грамм минтая, 400 миллилитров молока, 250 грамм лука, 250 грамм моркови, смесь перцев, или можно взять просто черный перец, соль и подсолнечное масло. Разрезаем минтай на порционные куски, ну примерно 3-4 кусочка получается из одной рыбины. Лук порежем полукольцами. Натрем морковь на крупной терке. В рыбу добавим чайную ложку соли, 1/3 чайной ложки смеси перцев. Размешаем, чтобы рыба у нас просолилась и проперчилась. В чашу мультиварки наливаем столовую ложку подсолнечного масла. Плотно выкладываем рыбу в один ряд. Следующий ряд у нас будет состоять из лука. То есть полностью лук должен закрыть рыбу. Желательно его сразу разделать на полукольца. Далее слой моркови. Морковь должна тоже закрыть полностью лук. В молоко добавим чайную ложку соли без горки, размешаем и заливаем овощи и рыбу молоком. Слегка примнем морковь. Видите? В принципе, жидкости достаточно. Приминая ее, уже видно. Закрываем крышку мультиварки. Выбираем меню. Режим тушения. Вид продукта. Рыба. 40 минут будет достаточно. Нажимаем старт. Через 40 минут блюдо будет готово. Прошло 40 минут. Вот что у нас получилось. Получается рыба с овощами в подливе. На гарнир у меня будет рис. Минтай по этому рецепту получается очень нежным и вкусным. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на наш семейный канал, вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного чаепития и до новых встреч!